Привет всем землякам, всем краматорчанам. Сегодня 18 августа. Сегодня второй день, как город живет тихой, спокойной, размеренной жизнью. У нас тихо и днем, и ночью. Нет, не слышны звуки боевых действий. Иногда звучит сигнал воздушной тревоги. Но это он звучит даже, когда беспилотники какие-то чужие летают. Он включается, сигнал воздушной тревоги. Вот, поэтому вот один из моих зрителей, одна из моих зрительниц в своем комментарии написала: ну когда уже услышу, что в городе все спокойно. Вот действительно, два дня спокойно, погода восстановилась, после дождя опять пришла жара, безветренная, солнечная, жаркая погода, тишина. Единственное, что напоминает о том, что не все так хорошо, это то, что после 3 часов в городе людей нет, машин практически тоже нет. И, ну, город в 3-4 часа замирает. Вот сейчас около 5 часов, и в городе пусто. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать, друзья, на сегодня. Желаю всем мира, всем добра, всем пока.